Ну, для вас так, а для меня это жизнь. Такая мягкая, классная, хорошая, потрясающая, великолепная, обожаемая мной, непревзойденная, сияющая, интересная, развлекательная, с наслаждением. Аж в ухе зазвенело. Это моя. I'm good things, but tried. I work it. 14 hours yesterday. Really? Why? Это ненадолго. Ну, я как бы 30 лет живу, и до этого, конечно, у меня была жизнь. Но как я начала много изучать всего, начала познавать психологию, с людьми работать, нашла свой путь, у меня стала жизнь. Потрясающе великолепная, потому что я ответственна за свою жизнь. И я не ребенок уже, который может спереть на то, что вот тот, кто виноват. А я тот человек, который строит свою жизнь. И если она у меня хреновая, ну, значит, я хреновая ее строю. А если она у меня офигенная, и какие-то есть нюансы в жизни, и я их могу адекватно решить, потому что все решаемо. Нерешаемо только то, что если ты уже лежишь где-то там в каком-то ящике. Все остальное, как бы, все good. И смотря, как ты относишься к этому, если ты будешь психовать, вот это вот, ну, от этого не решится какая-то проблема. Наоборот, все усугубится, твое состояние станет еще хуже, и ты будешь просто членить там. Опять же, плохое говорить про это. Так что, Юльчик, привет. Привет, Димарик. Брови, ого. Ого. Мне послышалось, аж муха зазвенела. Ухо в ухе зазвенело. Штур, как тебя зовут? How are you? I'm so good, so good. It was busy, so that good thing. Okay, I'm so glad now. This is so good. What are you doing now? Куба, спасибо за лайки, если ты там русский шпилишь. Шпилишь русский. Да. Мой просто великолепный русский. Привет, красавка. Ой. Привет. У меня сегодня великолепный русский. Очень глаза красивые. Спасибо. Остальное все некрасивое. Hola, hermosa, so just preciosa, preciosa. Thank you so much and obrigada, obrigada. Как его там, как их называют? Gracias, еще говорят. Димарик, вот вам смешно, а мне нет, когда мне говорят, у вас такие красивые глаза, а в остальное, блин, чё? Я что, на помойке взяла? Мирон, привет. Россия, no, Казахстан, maybe you know this country. Oh, friend Russia. Как вам такое? Первый раз, кстати, сказала. Hi, baby, hi. Бесо, гиганты, пара. Что там гиганты? Сейчас, подождите, я уточнить должна, что там гиганты. А, поцелуй, говорит, гигантский. Ой, гигантский поцелуй. Из Чили. Ой, thank you. Нежная. А! Спасибо. Артём. Так. О, Казахстан? Да, Казахстан. Просто кралица. Просто кто? Королева. Королева. А остальное все прекрасно. Штор, как тебя зовут? Because I'm go now home, but I'm before
стрит. Короче, я не стояла на стрит, но я гуляла. Вот. So called. Стрит, yes? Are you вот кто? Глаза точно, а остальное не знаю. Все, я вообще, я с вами не дружу, кто мне так говорит, поняли? Я и ты, привет. Привет. Гигантский поцелуй из Астаны. Ну вот, понеслось. Привет, Беларусь, привет. Брови норм. О! Что значит норм? Как вы можете оценивать? Это знаете, как этот? Девушка понравилась? Дим, привет, спасибо. Девушка понравилась? Слушай, дорогая, у тебя такие потрясающие глаза, брови норм, волосы пойдет. Щеки могли бы быть, типа, плотнее как-нибудь, я не знаю, там. Подбородок, ну, тоже нормально. В целом неплохо, неплохо. Глаза все вытаскивают. Ветка, давай сходим один раз на свидание, и все. Я и ты, мы, вы, Никита, вы неопределенный какой-то человек. Юля, какой город не секрет, надеюсь? Я не без секретов, женщина и дама. Кустанай? Пошла жара. А какие зубы? А зубы какие? Ух. Давай, бейба, мы с тобой на один свиданка сходим. И больше мы с тобой не будем ходить, потому что у тебя нема на бровь. Давай на 100 свиданий сходим. А это заманчиво. Вы знаете свое дело. Ну просто загрязнение с вашей совести. Почти рядом. Два локтя по карте. Это откуда и куда? Саша, привет. Аж голова закружилась от имени Саша. Хотя я сижу. А маска какая? Маска просто... персик. Все спать, мама говорит. Все спать. Привет, зеленый глаз. Привет. Алматы, Костанай. А, так это вообще же недалеко. Я, насколько знаю, что на поезде, по-моему, там 2 суток, да, вообще ехать? На машине, по-моему, 1,5 или сутки. Или сколько-то часов? Сутки. Виталий, сижу вот и ищу жену. А Виталий там, ты не найдешь жену себе. Ты что? Ты не там ищешь жену. Да, краса. Спасибо. Юсуф, привет. У меня, кстати, тоже глаза зеленые. А у меня не зеленые, у меня серо-зелено-голубые. Вот так вот, вот так вот. Я когда в гневе, у меня зеленые. Когда в радостном настроении, голубые. Когда в игривом, то серые. Так вот тебе и предлагаю поэтому на свидание. В Италию? Пешком? Прибет, прибет. Серо-буро-малиновые. Самые потрясающие. Когда злюсь, чисто зеленый. Когда не злишься, грязно-зеленый. Это такая красивая просто мечта. Загрязнение. Когда спокойно, серо-зеленый. Ой, что ты под меня косишь? А ты где? Я в Казахстане. Здравствуйте, леди с красивыми глазами. Здравствуйте. Так, не злите Юленьку, ей голубой лучше. Димарик, а откуда вы знаете, что мне голубой лучше? Ну, как бы у меня основной зеленый. Утром я всегда просыпаюсь, у меня такие прям синие. У меня вот эта вот окантовка, каемка, я не знаю, как ее назвать. Она у меня прям синяя. Ну, то есть, понимаете, да, когда я просыпаюсь, значит, у меня самое потрясающее утро на свете. А на протяжении дня... Незаветненько. Зеленый топ. Джон Сноу, мне не нравится. Мне, кстати, не нравится зеленый. Мне нравится вот такой зеленый.
Мне нравится, как называют-то эти цвета, зеленый, который пыльный такой, можно сказать. Не прям вот этот вычурный, просто вырви глаз. У меня, кстати, у брата старшего прям зеленые глаза, прям вот зеленый-зеленый цвет и этот. Ну вот его мне нравятся глаза. Может, потому что мой брат? I'm going to cook. Окей, what you cooking? Зеленый, да, топ. Утром просыпаешься. Have a lovely evening, Juliet. Thank you so much.